Добрый день, друзья! Сегодня будем рисовать гуашью. Я предлагаю вам нарисовать очень известный и любимый апельсин. В древности апельсины называли плодами богов. В работе мы будем использовать три основных цвета в живописи – красный, желтый и синий. Для работы приготовьте плотный лист бумаги, гуашь, палитру, кисти, салфетку и емкость с водой. Выполняем предварительный рисунок. Рисуем драпировку. Рисуем тарелочку. На тарелочке. Рисуем две дольки апельсина. Смешиваем синюю и белую гуашь, прописываем фон. Добавляем красный цвет, выкрашиваем тарелочку. Там пишем драпировку. Желтый цвет добавляем белила, прописываем края у долек апельсина. Смешиваем красный и желтый цвет и прописываем центральную часть уголя. Добавляем еще красный цвет, пишем апельсин. Этим же цветом прописываем толщину у долек апельсина. Добавляем синюю гуашь, прописываем тень. Тень на апельсине, тень на дольках апельсина. Thank you.
красным цветом показываем край тарелочки, дно тарелочки. Белой гуашью показываем деление долек апельсина. Также белилами пишем цвет на тарелочке. Натюрморт готов. Смотрите мои другие видеоуроки, рисуйте вместе со мной, оставляйте комментарии. Мне будет очень интересно узнать, а что получилось у вас.